Есть у меня диплом, только вот дело в том, что всемогущима лишь на бумаге я. Даром, ой, даром преподаватели время со мною тратили, даром со мною мучился самый искусный маг. Да-да-да, мудрый преподаватели, слушал я невнимательно, все, что не задавали мне, делал я кое-как. То, о чем Алла Пугачева так давно мечтала, а мы себе такого даже представить не могли, случилось в прошлом году. У Аллы и Максима двойня – Лиза и Гарри. Прямо сейчас репортаж из дома молодых родителей. Все, надо, видите, как парная теперь. Две колясочки, две вот эти вот качалочки. До чего уже дожили. Прям кладешь ребенка сюда, и она качается. Два этих манежика. Она такая вся домашняя, пушистая, нежная, уютная. Ну, она, в принципе, всегда у нее был такой потенциал. Просто полностью раскрылся, может быть, сейчас только. Потому что раньше она себе могла позволить быть такой только, опять-таки, в кругу семьи и только в какие-то времена отдыха редкого. Первая ассоциация была Гарри Поттер, потому что Максим, когда я с ним познакомился, он был очень похож на Гарри Поттера. Когда уж он появился, так, тем более было ясно, что это Гарри, Гарик такой, Гарри Галкина, звучит как хорошо. Первое впечатление было, что родились внуки. Ну, вот так, понимаете, получается. И потом уже буквально на второй день, когда я к ним стала приходить и все время быть с ними, только сейчас я понимаю, что это мои дети. Наверное, это естественно, в моем положении. Я очень хотела бы, чтобы они выросли хорошими, чтобы я успела их воспитать и увидеть, что из них получились хорошие, умненькие, красивые, воспитанные, образованные детишки. Многие говорят, надо делать детей по старинке. Надо. Если это у кого-то хорошо получается, почему нет? Только все за, и я... Ну, а когда уж не получается, а детей надо, потому что это продолжение, хорошее, честное, чистое продолжение хороших людей. Я люблю ее за то, что она наша Алла Пугачева, за то, что она наша бабушка, наш друг, наш человек, к которому можно всегда приехать в любой момент, попросить или спросить, обнимет, прижмет, поможет. С самого рождения вот так вот нашего всех, и Клавина, и моего, и Никитина, все это всегда так было. Она лучшая. Так случилось, видно, это судьба. Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья. Дочка, мама, ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И я прощу, и никуда не отпущу. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И я прощу, и никуда не отпущу. Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если спросит меня голос небес, кто на свете всех дороже тебе,
я отвечу, ничего не тая. Дочка, мама, ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И я прощу и никуда не отпущу. Прости, поверь,